Здравствуйте! В эфире информационный выпуск программы «Северный Сахалин». «Я есть, я буду» профилактическую акцию борьбы с раком под таким названием провели медики Ахинской центральной районной больницы. Свой онкологический статус мог узнать каждый желающий. С 1 марта минимальная заработная плата в островном регионе в сравнении с прошлым годом увеличивается почти на 10%. В Ахе и Ногликах размер минимальной оплаты труда составит 32 240 рублей. В читальном зале Центральной библиотеки Ахи открылась выставка живописи Семена Никитовича Соболева «Пейзажная лирика». На выставке представлено 30 работ, написанных художником в разные годы. Сейчас об этих и других событиях более подробно. С 1 марта минимальная заработная плата в островном регионе в сравнении с прошлым годом увеличивается почти на 10%. Соответствующее соглашение подписали правительство островного региона, областные профсоюзы, а также Союз промышленников и предпринимателей региона. Социально значимую практику возобновили по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Сегодня размер минимальной заработной платы в Сахалинской области является одним из самых высоких на Дальнем Востоке и более чем в два раза превышает федеральный минимум. А теперь с учетом районных коэффициентов и северных надбавок для жителей южных и центральных районов области минимальный размер оплаты труда подняли до 26 040 рублей, Ахи и Ноглик до 32 240 рублей, Курильских островов до 34 720 рублей. Отметим, соглашение о минимальной заработной плате в Сахалинской области заключалось и в прошлые годы, однако с 1 января 2018 такая практика была приостановлена. Таким образом, шаг за шагом увеличивать среднюю заработную плату, а значит и реальный доход населения. С одной стороны, и с другой стороны, мы должны сдерживать рост заработной платы по продовольственной корзине, по жилищно-коммунальным услугам. И такие задачи мы поставили. Напомним, один из приоритетов областного правительства – стимулирование роста реальных доходов жителей. Регион намерен выйти по этому показателю в лидеры на Дальнем Востоке. Только за прошлый год, благодаря мерам социальной поддержки, 25 тысяч жителей смогли улучшить свое материальное положение. Уровень бедности при этом сократился вдвое – с 9,7% до 4,3%. Ахинцы обратили внимание на резкое повышение цен на некоторые овощи и фрукты. От чего зависит подорожание, на что именно выросла цена? Смотрите в репортаже Анны Туронь. На торговых прилавках Ахинского района зафиксирован рост цен на овощи. В первую очередь на привозные огурцы, помидоры, болгарский перец. Покупатели связывают подорожание с непростой ситуацией в Китае. Так, за килограмм болгарского перца продавцы просят практически в два раза больше, чем ранее – от 360 до 450 рублей. По словам реализаторов, причина подорожания – повышение закупочной цены в Южно-Сахалинске. Ведь не могут они продавать товар дешевле себестоимости. Желтые были 280, красные – 220. И три дня назад поднялись, да? Стоит отметить, что сахалинские теплицы цены не повышали. Прежняя стоимость осталась и при продаже тепличных овощей в розницу. Цена за помидоры в среднем от 350 до 400 рублей. У нас лично нет на нашем лотке. Какие были, такие остались. А когда было последнее поднятие цен? Ой, девочки, я не помню, когда. Я не знаю, у нас вот как были 350, так и есть. Как было, так и есть. Все в одной паре у нас. Они возят сами, да, у нас те та же цена. В связи с подорожанием в Сахалинском управлении Федеральной антимонопольной службы открыта горячая линия для получения оперативной информации о фактах повышения цен на социально значимые продовольственные товары первой необходимости. Телефон в Южно-Сахалинске 46 55 69. Также информацию о фактах повышения цен можно направить на электронный адрес to65@fas.gov.ru. Сахалинским управлением Федеральной антимонопольной службы организован еженедельный мониторинг розничных цен на отдельные виды продовольственных товаров первой необходимости, поставки которых ранее осуществлялись из КНР. По результатам мониторинга и анализа поступившей на горячую линию информации, в случае выявления значительного роста цен, территориальным органам будут организованы контрольные мероприятия.
Выполняя обращения и наказы жителей, депутаты Сахалинской областной думы инициировали законодательную поправку, согласно которой перечень категорий граждан, которые получили государственную поддержку, право на льготную оплату на вывоз мусора, будет дополнен сахалинцами и курильчанами, имеющими звание ветеран труда Сахалинской области. Напомним, что ранее по инициативе главы региона Валерия Лимаренко для ветеранов Великой Отечественной войны и детей войны плата за вывоз мусора была снижена в 4 раза до 1 рубля за квадратный метр жилья, а для малоимущих граждан до 2 рублей. Льготой также могут воспользоваться инвалиды, семьи с детьми-инвалидами, многодетные и студенческие семьи, ветераны и инвалиды боевых действий. 4 народных избранника на Сахалине лишились мандатов после проверки декларации о доходах, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области. По итогам изучения документов сотрудниками контролирующего ведомства 2 муниципальных депутата из Южно-Курильского и Долинского районов по решению местных собраний досрочно сложили полномочия, а депутаты из Ахи и Корсакова вернули мандаты сами. Правительство Сахалинской области в соответствии с действующим законодательством продолжает работу по профилактике коррупции в органах власти областного и муниципального уровня. Так, в прошлом году Управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений провело 67 проверок. В результате было выявлено 15 замечаний, 2 выговора, вынесено 1 предупреждение. В целях предупреждения и исключения нарушений антикоррупционного законодательства соответствующие проверочные мероприятия будут продолжаться на регулярной основе. 4 февраля весь мир отмечал День борьбы против рака. Проведены сотни акций в Ахе. Желающих обследоваться на наличие онкологии осматривали в минувшую субботу. Подробности в репортаже. В Ахинском районе ко Дню борьбы против рака 8 февраля в Центральной районной больнице провели акцию для желающих обследоваться на наличие онкологии. Рак – это не приговор. В наше время с нашими современными методами лечения и обследования онкологические больные, рано выявленные, живут долго. Продолжительность жизни у них намного дольше, чем нежели выявление рака на поздних стадиях заболевания. Поэтому сегодня мы организовали акцию по борьбе с раком под лозунгом «Я есть, я буду». То есть «Я живу и я буду жить». Всемирный день борьбы против рака отмечается для привлечения внимания общественности к глобальным проблемам, связанных с онкологией. В этот день волонтеры напоминают людям, насколько опасны онкологические заболевания. Медицинские работники, желающим пройти профилактический осмотр, проводили скрининговые исследования по всем факторам риска онкологических заболеваний. Мы сегодня проводим онкоскрининг. Работает гинеколог, работает онколог, работает у нас процедурный кабинет сдавать, чтобы мужчины сдавали кровь на ПСА. Это простатспецифический антиген на раннее выявление заболевания предстательной железы. И многие мужчины об этом не знают, даже не подозревают. И попадают к врачам уже в поздних стадиях, потому что на ранних стадиях онкология не дает никакой клиники. Вот. Для этого мы организовываем такие акции. Конечно, жаль сегодня, что у нас не работает маммограф, но мы сегодня, онколог по показаниям дает талоны на УЗИ, их, правда, немножечко все. Но со следующей недели у нас будет работать стационарный маммограф, и мы всех женщин, которые сегодня прошли, обязательно проведем через маммографию. Для многих онкология сравнима практически с концом жизни. Но если выявить заболевание на ранней стадии, то оно поддается лечению. Самое главное, необходимо регулярно, а не только по акции, проходить обследование у врача. Я считаю, что акция очень полезна. Рак, если чем раньше выявишь, тем легче лечение. Так что приходите на такие акции. Чтобы все молодежь проходила. Нет уже мужиков. Все уходят с этой онкологии. Надо проверяться же. Думаю, это ну хоть раз в год-то надо пройтись. Женщины, он бегает, все проверяются. Но я думаю, надо проходить всем мужикам, чтобы
Ну, что скажу. Ну, чтобы здоровье были, следили. В Сахалинскую область поступило новейшее оборудование для диагностики рака. Оно позволяет на высоком качественном уровне анализировать биоматериалы и в кратчайшие сроки ставить пациентам диагнозы, чтобы быстрее приступить к лечению. Это целый комплекс аппаратов, всего 25 единиц. Теперь для проведения всех необходимых действий нужно 3-4 дня. Раньше требовалась неделя. Повышена и точность постановки диагноза. На приобретение роботизированной системы для проведения гистологических исследований было выделено свыше 76 миллионов рублей за счет федерального и областного бюджетов. Выставка живописи «Пейзажная лирика» ахинского художника Семена Никитовича Соболева открыта в Центральной библиотеке. Подробности у нашей съемочной группы. В читальном зале Центральной библиотеки открылась выставка живописи Семена Никитовича Соболева «Пейзажная лирика». На выставке представлено 30 работ, написанных художником в разные годы. Это уже третья персональная выставка Семена Никитовича в нашем зале. Две выставки прошли в 2019 году, и в общей сложности на них было представлено более 60 пейзажей. Пейзажи Семена Соболева необычайно лиричны. В них ощущается воздушность, легкость пространства, и все они проникнуты любовью художника к дорогим ему местам. Посетитель выставки сможет полностью окунуться в волшебный мир, окружающий нас природы, и услышать не только ароматы летних трав Алтая и соленый бриз Охотского моря, но и вместе с художником прочувствовать тепло ахинского июльского дня и восхититься убранством осеннего леса. Имя Семена Никитовича Соболева хорошо известно не только ахинцам. Он член Союза художников России, кроме того, талантливый писатель. В 2004 году вышла его книга «Фронтовыми дорогами». В 2017 двухтомник «Вспоминая былое давнее». Семен Никитович Соболев – ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик, почетный житель города, отличник геодезии и картографии Министерства геологии Советского Союза. С 1982 года действительный член Географического общества России. А еще он просто очень интересный человек. Ему всегда есть о чем рассказать и чем поделиться. В свои преклонные годы Семен Никитович каждый день берет в руки кисть. А в Ахинском краеведческом музее открыта памятная выставка Владимира Селиха «Я снова с вами». Зрителю представлены работы из фондов музея и личной коллекции семьи художника. С 8 февраля в Ахинском краеведческом музее работает выставка «Я снова с вами». Автор – Владимир Петрович Селих. На торжественное открытие экспозиции собрались родственники и друзья художника. Пришли ценители и почитатели его творчества. Ну, мы здесь с вами видим мастера акварельной живописи, мастера станковой композиции, бесспорно, человек, чувствующий время, состояние. Вы знаете, акварелистов вообще мало, а тем более у нас на Сахалине. На Дальнем Востоке. Владимир Петрович Селих родился в городе Спасск, Дальний, Приморского края. После школы работал и одновременно учился в торговом техникуме, а затем закончил институт имени Плеханова во Владивостоке. Окончив вуз, приехал на Рыбновское побережье. В 1971 году переезжает в поселок Родники Ахинского района. Устроился художником-оформителем в торговой конторе в Ахе, а свободное время посвящает творчеству. Художнику были подвластны разные техники и жанры – пастель, акварель, темпера. Художнику были подвластны разные техники и жанры – пастель, акварель, сангина, карандаш, тушь, перо. К сожалению, в 1996 году жизнь художника трагически оборвалась. Работа у него немерена. Даже пересчитать я хотела, как-то не получилось, до тысячи не досчитала. А уж говорить о рисунках, там этюдах, там чемодан у него целый стоит еще с детства, самые альбомчики маленькие собраны, полный огромный чемодан стоит вот этих всех альбомчиков с рисунками. Он привез их еще не в Ахо, даже в Рыбнос, когда переезжали сюда со Спасска. Вот. Ну и все остальное, конечно, за всю жизнь там набралось очень-очень много чего. На выставке представлены работы из фондов музея и личной коллекции семьи художника. Экспозиция будет открыта до 7 марта. И у ахинцев есть время поближе познакомиться с творчеством талантливого художника Владимира Петровича Селиха.
Ахинцы присоединились к всероссийской массовой гонке «Лыжня России-2020». На старт традиционно вышли начинающие спортсмены, ветераны, любители и профессионалы. 8 февраля в Ахе прошла всероссийская массовая гонка «Лыжня России-2020». Принять участие в забегах мог любой желающий. «Лыжня России привлекает всех нас занятия физической культурой и пропагандирует здоровый образ жизни. Наряду с любителями лыжных гонок на старт традиционно выходят спортсмены, ветераны спорта, работники различных предприятий городского округа Ахинский, которые личным примером показывают ценность здорового и активного образа жизни». Масштаб всероссийских соревнований огромен. В забегах участвуют любители лыж практически во всех регионах. В Сахалинской области на лыжню вышли более 1500 островитян. Праздник у нас по всей Сахалинской области. В этот день будет такое мероприятие. Что хочется пожелать всем? Удачных стартов, быстрой лыжни, рекордов, которые для себя каждый из вас назначил. И, конечно, всем здоровья, прекрасного настроения, отдыха. Мероприятие «Лыжня России» очень масштабное. В этом году 73 региона принимают участие в этих стартах, то есть практически вся страна. Но вот в силу своего географического расположения мы, сахалинцы, одними из первых начинаем. То есть даем задел всей стране. Поэтому всем участникам желаю успехов, победы и хорошего настроения, хорошей гонки. Для многих ахинцев эта лыжная гонка уже стала традиционной, а для кого-то – первой. Несмотря на достаточно сильный мороз и ветер, поддержать традицию и выразить свою приверженность к здоровому образу жизни на старт вышли лыжники самых разных возрастов. Мне нравятся лыжи, потому что на них нужно кататься, выигрывать, кататься с горок с огромной скорости. Мне нравится, потому что как катаешься, всех обгоняешь. Это очень классно. Я участвую в соревнованиях, потому что это интересно и можно добиться больших целей. Соревнования проходили на лыжных трассах спортивной школы города Ахи. Победителями в своих возрастных группах стали Марьяна Грибакина, Сергей Кучеров, Мария Кривденко, Сергей Слюсаренко, Эльвира Канаева, Степан Хомик, Леонида Кармась и Семен Нечипаренко. Победители и призеры «Лыжни России-2020» награждены медалями, грамотами и памятными призами Управления по культуре, спорту и делам молодежи муниципального образования городской округ Ахинский. Отдельно отметили еще 4 спортсменов. Анастасия Долина и Никита Мацков стали самыми юными участниками, а Светлана Олина и Евгений Борчуков – самыми взрослыми лыжниками соревнований. «Лыжня России» – отличная возможность весело, увлекательно, используя для здоровья, провести выходные. Кстати, лыжи участникам забегов в прокате выдавали бесплатно. На Сахалине стартовал этап Кубка мира по паралимпийскому горнолыжному спорту. Церемония открытия состоялась 9 февраля на площадке спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». В течение 2 недель за медали на острове будут бороться 40 спортсменов из США, Норвегии, Франции, Австрии, Польши, Италии, Швейцарии, Финляндии, Словакии и России. Это участники, призеры и победители паралимпийских игр. В программе 5 дисциплин – слалом, слалом-гигант, супергигант, параллельный слалом и скоростной спуск. Участников и гостей чемпионата приветствовал генеральный директор по зимним видам спорта Международного паралимпийского комитета Дмитрий Лазаровский, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Андрей Строкин и председатель правительства Сахалинской области Андрей Белик. Этап Кубка мира по всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту «Сахалин-2020» будет проходить на острове до 21 февраля. Первые официальные старты чемпионата состоятся 12 февраля. Спортсмены будут соревноваться в скоростном спуске.
7 и 8 февраля в Южно-Сахалинске состоялось первенство Сахалинской области по греко-римской борьбе среди юношей до 16 лет и юниоров до 21 года. На борцовский ковер вышли сильнейшие спортсмены региона, в том числе 5 борцов спортивной школы «Ахи». В результате поединков ахинцы завоевали 5 медалей. Среди юношей до 16 лет чемпионами стали Даниил Семенов и Алексей Шибалов, бронзовым призером Даниил Иванов. Среди юниоров до 21 года чемпионом стал Михаил Гуськов, серебряным призером Владислав Кириллов. По итогам первенства в составе сборной команды Сахалинской области среди юношей до 16 лет Даниил Семенов и Алексей Шабалов примут участие в первенстве Дальневосточного федерального округа, которое пройдет в городе Чита в марте. А Михаил Гуськов будет представлять Сахалинскую область на первенстве ДФО среди юниоров, которое пройдет в Комсомольске на Амуре с 29 февраля по 1 марта. И на сегодня это все новости. С вами была Татьяна Еникеева.